Всем привет! А теперь давайте сделаем для нашего танка вот такого танкиста в шлеме. Размер пузырей вот этих 6 сантиметров. Понадобится нам 2 260 шарика, один для шлема, а второй для рук. Также для ладошек кусочек персикового шарика и пятерка для головы. Что ж, давайте начнем. Делал я серую форму, коричневую. Давайте сделаем кофейную. Сначала сделаем голову. Надуваем на 60 сантиметров. Пальцах где-то 8 пальцев. Теперь берем 10 сантиметров, отступаем от колечка и отпускаем, завязываем. Теперь берем пятерку и надуваем ее на 8 сантиметров. И сразу же можно ее привязать к этому вот хвостику. Вот. Так, чтобы она, голова была вот где-то посередине этого хвостика. Теперь делаем пузырек на 6 сантиметров. 6, ну или в пальцах, я не знаю, чуть меньше 4 пальцев. Второй такой же, третий. И обматываем вокруг колечка. То есть вот получается. Делаем еще один. Вот так вот перекручиваем и перекручиваем. Поджимаем, еще один, перекрещиваем вот здесь, так вот. Поджимаем, еще один, держим вот здесь вот, где узелок, и тоже перекручиваем. Вот что получилось. Теперь надеваем эту ушанку на голову. Делаем 2 пузырька таких же примерно. И вот здесь вот перекрещиваем, пересекаем. То есть вот отсюда идет сюда. Поджимаем. Это будет козырек. Делаем козырек. Так вот. И еще один пузырь пересекаем вот с этой трубкой задней. И последний пузырек. То есть вот как получается идет. И можно
это уже можно сдуть. Держим. Связываем с колечком и вот эти кончики можно спрятать. Теперь рисуем глазки. Носик, ротик, брови. И делаем руки, плечи и руки. На 40 пальцах, это много пальцев, делаем маленький малюсенький пинчик, второй такой же, с 4 пальца где-то делаем руку и пинчик еще один, плечо, плечи также на 4 пальца, еще пинчик, идет второй пузырь обратно. И теперь делаем ниточку. Вот. Обматываем вокруг второго пинца. Делаем вторую руку. И также делаем эти вот маленькие пинчики. Так. Из персикового кусочка делаем ладошки. Пинчик. Связываем его. Отрезаем. И прикручиваем их на место. Просовываем колечко сквозь плечи. И привязываем его к нашему танку. Так.
Вот такой получился танкист. Спасибо всем за внимание и до свидания.